Здравствуйте! В эфире «Профессия» – программа для тех, кто ищет себя. В студии Анна Талько. То, что мы расскажем сегодня, не рекомендуется смотреть детям, особенно тем, кто на Новый год ждет к себе в гости Деда Мороза. Это информация для тех, кто уже не верит в его существование или начал сомневаться. Дед Мороз – это профессия, и у него тоже есть своя школа, а также профессиональные секреты. Создание канонического образа Деда Мороза как главного новогоднего персонажа относится к концу 30-х годов 20 века. Именно в это время формируется традиционный внешний вид этих героев и их характерные черты. Однако некоторые исследователи новогодних персонажей указывают на более древние источники возникновения образа. Мороз, как природная стихия, издавна олицетворялась восточными славянами. Он представлялся ими в виде невысокого старичка с длинной седой бородой, который гулял по полям и вызывал трескучие морозы. Образ Мороза нашел свое отражение также и в многочисленных русских сказках, пословицах и поговорках. В литературную традицию образ Деда Мороза входит в 1840 году с публикацией сборника сказок «Сказки дедушки Иринея» Владимира Адаевского. В его сказке «Мороз Иванович» впервые была предпринята попытка литературной обработки фольклорного образа Деда Мороза. Созданный Адаевским образ еще не слишком похож на знакомого новогоднего персонажа. Мороз Иванович живет в ледяной стране, вход в которую открывается через колодец. И не Мороз Иванович приходит к детям, а дети приходят к нему. И подарков он им не дарит, хотя и может щедро вознаградить ребят за хорошо выполненную работу. Достаточно долгое время Мороз Иванович и елка с Новым годом существовали отдельно друг от друга. Их объединение произошло во второй половине 19 века, когда в России отмечаются первые попытки создать самобытного рождественского деда, который дарил бы подарки русским детям, подобно западному Санта-Клаусу. А в начале 20 века, во многом благодаря сказке «Морозко», складывается знакомый нам образ Деда Мороза. Он приходит к детям в канун Рождества и щедро одаривает их подарками. Отношение Русской Православной Церкви к Деду Морозу еще в начале 20 века было неоднозначным, ведь, с одной стороны, в своих истоках это языческое олицетворение сил природы, с другой – прочно установившаяся культурная традиция. В советское время какие-либо связи Деда Мороза с Рождеством были старательно уничтожены, поэтому до сих пор Дед Мороз скорее просто сказочный персонаж, не связанный с религией. В наше время трудно представить Новый год без Деда Мороза и Снегурочки. Они являются нерушимыми символами этого праздника, и миллионы детей и взрослых с нетерпением ждут этих сказочных персонажей, которые исполняют их самые заветные мечты. Когда большинство людей уже готовятся к праздникам, у Дедов Морозов и Снегурочек начинается самая горячая пора. В канун Нового года об особенностях своей работы нам расскажут Галина Муцигон, Снегурочка, ведущая аниматор агентства по организации праздников «Виктория Премиум», и Алексей Кталевский, Дед Мороз, ведущий аниматор агентства по организации праздников «Виктория Премиум». Здравствуйте. 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 Традиционно Дед Мороз и Снегурочка – одни из главных героев Нового года. Это для вас роль, которую вы играете, профессия или просто желание подарить праздник людям? Для нас вообще это, к сожалению, в первую очередь профессия, так как всем нас сейчас нужно работать и зарабатывать деньги. Но любую профессию нужно выбирать, чтобы приходить на нее с удовольствием. Поэтому наша работа доставляет нам только радость. Нам нравится дарить радость и приносить праздник в каждый дом. На самом деле есть такое понятие, как идти на работу каждый день, как на праздник. Вот это именно та работа, которая есть у нас. То есть что ни день, то есть праздник в нашей жизни. Поэтому я считаю, что это по большей части так же, как профессия, но она входит и в роль того, что нам нравится приносить счастье и радость людям. А почему вы выбрали для себя именно вот такие вот образы, а не образ, там, допустим, Бабы-Яги? Ну, у нас вообще мы выступаем в разных образах, но на Новый год нам все-таки больше хочется быть положительными героями. Но иногда бывает то, что приходится отрицательных, но, как правило, в сказках отрицательный герой в конце концов он перевоспитывается и тоже приходит на нашу сторону. Добро побеждает зло. Конечно. На самом деле в канун Нового года хочется чего-то доброго, и какие-то другие мысли других персонажей, о них даже эти мысли не посещают нас, поэтому мы выбрали им такие персонажи, чтобы дарить людям настроение Нового года.
Ну вот у Некрасова очень хорошо в стихотворении «Мороз воевода» раскрыт образ персонажа Деда Мороза. Это доброта, величественность, стать. Весь этот набор качеств обязателен? И так ли важны физические параметры будущего Деда Мороза? Ну, естественно, положительного персонажа, тем более как Дед Мороз, не может сыграть человек злой и грубый. Конечно, нужно быть добрым и носить людям счастье. А именно физических параметров нету именно таких каких-то стандартов, так как в нашей профессии существует множество вспомогательных предметов, как парики, борода и замечательные гримеры, которые нам во всем помогают. Ну хорошо, ну а крупность человеку все равно как-то придать нужно. Ведь Дед Мороз представляем с животом, высокий, статный. Или это все-таки подушки под живот подкладываете? Нет, ну естественно, у нас бывают замечательные актеры, которые наши коллеги, которые в образ Деда Мороза вжились давным-давно, и они выступают в них профессионально. Они, в принципе, на них похожи даже без костюма. А так существуют различные подушки, бандажи. Ну а роль милой Снегурочки, внучки Деда Мороза, каждый может сыграть? Или тут тоже определенный характер нужен? Я считаю, что здесь тоже нужен определенный характер, потому что у каждого человека есть свой стиль жизни, свой стиль внешности. И девушка, допустим, в стиле год, она никогда не сможет стать Снегурочкой. И поэтому должно быть определенное мировоззрение, именно доброе, и любовь к детям, ну и также принести радость людям. Поэтому тоже должен быть какой-то особенный характер у человека. Наверное, здесь без образования какого-то специализированного никуда. Ну, не сказать. Просто есть такое понятие, как талант. То есть то, что дается человеку от природы. Даже если человек не развивает его профессионально, он может достичь путем каких-то усилий, либо даже детских кружков в детстве, потому что, как правило, все это развивается. Из детства идет, да. И поэтому можно это развить со временем, даже не имея профессионального актерского образования, а иметь другое образование, работать совершенно в другой сфере. Это уже зависит, мне кажется, лично от человека. Ну и, конечно, должен быть обязательно опыт в различных сферах. То есть не обязательно, чтобы сыграть Деда Мороза, нужно до этого им несколько лет быть. У меня есть коллеги, которые вожатые, которые целыми днями проводят с детьми. И поэтому они знают, что им нужно, как с ними поговорить. И поэтому войти в образ Деда Мороза с первого раза для них не представляет никакой сложности. Вы где-то обучались или тоже жизнь сложилась, что стали Дедом Морозом? Жизнь сложилась то, что как раз-таки я тоже была раньше одним из вожатых. Потом мною занимались отдельно разные люди, они меня очень долго обучали. Потом на моей непосредственной учебе я занимался тоже различными и рекламами, и психологическими ходами. То есть из множества разных сложился большой опыт, который мне позволил быть и Дедом Морозом тоже. Вот вы упомянули каких-то определенных людей, которые вас обучали. Что это за люди? И где вот простому человеку можно их тоже найти, чтобы вот стать Дедом Морозом или также Снегурочкой? Это были различные и актеры, и театралы, им очень понравилось, они когда выпускались из своего учебного заведения, им очень хотелось кого-то именно научить, им хотелось поменяться местами, поэтому я был таким подопытным, скажем так. Там происходили такие вещи, как, например, признание любви стулу, или передо мной выстраивались все мои друзья, я должен представить, что это маленькие дети. Поэтому таких людей найти сложно. Я им очень благодарна, что они меня многому обучили. Вам очень повезло. Ну, а вот также в Москве есть, насколько я знаю, школа Дедов Морозов. Вы к ней никакого отношения не имеете? Нет, мы никакого отношения не имеем к этой школе. Мы сами обучались, у нас были друзья. И на самом деле это актерское мастерство, как фольклор, передавалось из уст в уста. То есть кого-то научили, все друг другу передают. У каждого свои методы. Тогда предлагаю посмотреть сюжет о школе Деда Мороза, соответственно. Конец декабря. На носу сессия.
Деды Морозы и Снегурочки, как настоящие студенты, сдают зачеты и экзамены. Правда, не в институте, а в Московской школе Дедов Морозов. На протяжении 3 недель главные герои Нового года усердно занимались. Ведь нанести грим, сшить костюм и найти контакт с детьми – это лишь небольшая часть того, что необходимо уметь зимним волшебникам. Дед Мороз, он должен уметь все, потому что работа с детьми – это все. То бишь ты должен частушки, хороводы, играл, считалки. Но то бишь все, в любую секунду ты должен найти выход из положения и заинтересовать ребенка, который, может быть, просто подойдет и дернет тебя за бороду. В школе все серьезно, и перед тем, как допустят до экзамена, нужно сдать зачет. Шпаргалки и прочие атрибуты студенческих экзаменов здесь не наблюдались. Сдавали все сами. Вот нам было дано 10 стран, и нужно было назвать 10 Дедов Морозов, которые в этих странах. Но их оказалось на самом деле не 10, а даже больше, потому что, например, в Японии, в Германии, в Канаде их по 2. Один не справляется. Но Снегурочка на самом деле есть только у российского Деда Мороза. А на экзамене еще сложнее. Убедить детское жюри в академических мантиях и шапочках, что именно ты настоящий Дед Мороз, совсем непросто. Но если сам искренне веришь в то, что ты делаешь, то непременно все получится. Экзамен состоит из 3 этапов. Первое задание – мини-спектакль по мотивам русских народных сказок. В новогоднем королевстве опять неприятности. Царевна Несмеяна плачет, елочка не горит. И лишь у Дедов Морозов, преодолевая волнение, получается рассмешить царевну и зажечь зеленую красавицу. Волнение должно быть в любом случае, потому что если человек не волнуется, он просто бравирует, мне кажется. Вот. А не волнуется, наверное, только уже тот, который 1000 раз сдавал экзамен. Проявить оригинальность – вот главная задача. Герои новогодних праздников отвечали на письма детей. Умеет ли Снегурочка готовить и как Дед Мороз управляет погодой, жюри смогло узнать на 2-м этапе экзамена. Дедушка Мороз умеет управлять погодой. Если мы вспомним из истории нашей, как мы управляем погодой, тряхнем мы своею бородой, и посыпятся снежинки. Какой же Новый год без танцев и песен? И поэтому хоровод у новогодней елки – 3-й этап экзамена. Это только кажется, что хороводы водить легко, а на деле – целое искусство. И вот жюри удаляется на совещание. Выбрать лучшего в каждой номинации – задача не из легких. Смешной, современный, таинственный фантазер. Каждый герой хорош по-своему. Споры, разногласия – у каждого есть свои симпатии. Мне больше всего запомнились, можно сказать, даже все. Все были оригинальны. У нас же здесь не первое, второе и третье место выбираем. Мы здесь выбираем везде первое. Например, кто активный, кто оригинальный, кто там волшебный. Жюри здесь самое справедливое и беспристрастное. Любую фальшь дети чувствуют. А раз выпускники этого года смогли заинтересовать молодого зрителя, то смогут покорить любую публику. Вы работаете с детской и взрослой аудиторией. А вообще, с кем вам проще или, может быть, с кем интереснее работать? Ну, это абсолютно по-разному. Вообще, нам мы должны поставить себя так, чтобы для нас никакая аудитория не представляла сложности. Мы должны быть всегда готовы ко всему. Потому что праздники – это совершенно непостоянная вещь. А разница между взрослыми и детскими – дети, для них это в основном все классика, для того, чтобы Дед Мороз приходит, приносит им подарки, приносит им счастье и радость. А взрослые делятся в основном как бы на 2 категории, которым взрослые, которым, может быть, не хватало чего-то в детстве, которым хочется устроить себе праздник и вернуться в детство, стать опять малышами, которые ждут этих 12 часов и пытаются подглядеть, где же Дед Мороз, который принесет им подарки. А другие взрослые, наоборот, им хочется какого-то веселья, какого-то креатива. Тоже поиграть в малышей, им хочется это как шутка, как прикол. И такие взрослые в основном очень креативные, очень веселые. Поэтому интересно работать с каждым. На самом деле сложности в принципе нет, потому что профессионализм, он так и проявляется, что ты можешь работать с любой целевой аудиторией. Будь то взрослый серьезный человек, будь то молодой человек или юноша, да, которого еще, так сказать, какой-то креатив на самом деле в голове, и будь то ребенок, который верит в чудеса. Поэтому приходится вводить себя в образ и предполагать себе такие качества, как изучить человека и знать, что он на самом деле ждет от себя, как от настоящего Деда Мороза и Снегурочки.
Ну и для каждого мероприятия, соответственно, вы сами пишете какой-то определенный сценарий. В основном у нас, когда присутствуют какие-то игры или конкурсы, лучше всего быть, опять же, как я говорил, готовым ко всему. Нужно в голове иметь какой-то запас всегда, и всегда лучше, ну, не как импровизировать. Ну, взрослые люди, они тоже, конечно же, бывают совершенно разными. Наверное, бывают такие, которых достаточно сложно заставить принимать участие в каком-либо конкурсе. Как вы действуете в такой ситуации? Оставляете человека в покое или начинаете тормошить? Нет, ну, опять же, это зависит от человека. С одной стороны, оставить в покое – это не очень хорошо. Все ведь хотят праздника, каждому нужно его подарить. Если человек стесняется или ему как-то неловко, нужно просто поговорить с ним по-особенному, как-то понять, что он хочет. Каждый ведь аниматор, каждый артист должен быть в своей мере психологом, чтобы понять человека. И разоселить нужно каждого. Надо подойти к человеку с такой стороны, чтобы его и не обидеть, и не поставить его в неловкую ситуацию, чтобы он и тоже повеселился, как все окружающие, ну и держал себя в каких-то своих определенных рамках. Надо быть очень хорошим психологом. А какими еще личностными качествами, вот на ваш взгляд, нужно обладать, чтобы быть хорошим актером, хорошим Дедом Морозом и Снегурочкой? Нужно обязательно быть очень активным, очень, естественно, веселым, находчивым. Нужно всегда быть в движении, потому что когда человек спокойный, он может что-то не успеть, и какой-то не будет в нем какой-то игривости. В нас это должно присутствовать всегда. И причем независимо, какое у нас настроение, какие-нибудь там проблемы дома или какой-то личной жизни, когда мы приходим на праздник, мы должны помнить то, что мы именно должны ребенку подарить праздник. Надо просто иметь такое качество, как искренность. То есть отдавать людям очень много, отдавать свою радость и дарить им то тепло, которое есть у тебя. Тогда человек, тогда либо ребенок, будь то взрослый, он воспримет тебя настолько реально, и он на самом деле поверит в сказку. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, что нам скажет психолог. Людям с данной профессией необходима любовь к театральному искусству и способность развлекать публику и поддерживать постоянно их интерес. Данная профессия больше подходит для экстравертов, больше, чем интровертов, поскольку необходима любовь к шумным праздникам, вечеринкам и способность работать в то время, когда остальные люди отдыхают. Также Дед Морозом и Снегурочкам необходимо обладать навыками хорошего психолога, поскольку важно не растеряться, когда ты подходишь к капризному ребенку, и он не поддается никаким твоим развлечениям. Для людей данной профессии также необходимо умение импровизировать и не только развлекать публику и детей, но и доносить до них важные ценности. Хорошо, со взрослыми понятно. А с детьми какая специфика существует? Ну, с детьми в основном дети тоже бывают разные, как и взрослые. Есть такие дети, которые слишком избалованные, которым все, вот если пришел Дед Мороз, значит его просто возможно разрывать на куски. А есть очень скромные. Ну, конечно, со взбалмошными детьми работать проще, потому что их легче, с ними легче найти контакт. А вот со спокойными детьми, с ними как-то находишь такой контакт, то есть через их же манеру общения. То есть вот они такие скромные, тоже начинаем со скромности, и так мы их приводим к состоянию такого веселья, эффекта, чтобы они радовались и веселились, чтобы они открылись обществу, показали все свои таланты и рассказали Деду Морозу искренне, что они хотят получить в новогодний праздник. Но когда мы все засыпаем, он становится невидимым и входит в дом и кладет подарок. Я думаю, что Дед Мороз заходит ко мне через окно, влетает и кладет мне подарки. Дед Мороз ночью прилетает и туда очень тихо под елочку. Я думаю, что он через стену переходит. Мама и папа. Когда в квартиру вы приходите, наверное, сначала входит Снегурочка и готовит к тому, что сейчас появится Дед Мороз, чтобы уже маленький ребенок не боялся, потому что, наверное, для него это тоже будет определенным потрясением.
Но на самом деле, когда заходишь Снегурочкой, получается, складывается такая ситуация, что ты заходишь, на тебя вообще никто не обращает внимания, и вот все, ты зайдешь, тебе первый вопрос дают, где Дед Мороз? Не обидно? Обидно, конечно, становится, но просто вначале детям подготовишь, что вот, дети, смотрите, какая прекрасная у нас елочка. Ребята, а кого нам не хватает на самом деле для Нового года? И давайте все позовем Деда Мороза, вот тогда дети уже готовы встретить Деда Мороза и показать ему все свои подготовленные стишки, песни, танцы и все тому подобное. Кстати, вот как раз именно в тот момент, когда ребенок понимает, что ему преподнесли не тот подарок, который он хотел, как он реагирует и как вы выкручиваетесь из этой ситуации? Вообще, для начала нужно преподнести подарок так, чтобы он понял то, что смысл праздника не в том, чтобы получить, что он хочет, это не как в магазине, а то, что праздник произошел и то, что он получает подарок. Неважно какой, главное то, что ему делают дар, и это в любом случае приятно, это и есть сам праздник. А если он получает, ну, как бы ребенок, они же все-таки маленькие, они обижаются, если они видят то, что это не то, то нужно его убедить, то, что подарок замечательный, можно это как-то обыграть. Во всем у нас есть какие-то небольшие фишки, какие-то хитрости. С каждым ребенком можно поговорить и как-то переключить его. Я попросила, что в семье были все дружны и веселые, а себе я написала, что какой-нибудь подарок, чтобы. Наверное, машина на пульте управления, джип. Я попросила кроватку для Бэби Бона. Значит, да, прошу одно и то же, чтобы здоровье было и счастье. PSP, телефон. У каждого актера есть свои изюминки, свои секретные ходы. Какие профессиональные секреты есть у вас? Не каждому актеру хочется разглашать свои профессиональные секреты, потому что это все нарабатывается опытом, и ты, общаясь со многими людьми, ты что-то выносишь из этого. И, соответственно, не хочется это вот просто взять и рассказать каждому, чтобы каждый послушал и что-то взял для себя. То есть это опыт, и его нужно ценить. Какая-то профессиональная вредность вырабатывается, да? Да. Да, на самом деле. То есть не хочется, хочется, чтобы у тебя все было настолько индивидуально, чтобы никто тебя не копировал. То есть в этой сфере нельзя сделать авторские права на что-либо. Поэтому приходится как-то схитрить, не дать какой-то сценарий, не рассказывать какие-то свои секреты. Конкуренция, значит, достаточно высокая. Есть конкуренция. Конечно, есть. Есть, опять же, какие-то секреты есть, но они, допустим, на то, как, чтобы родители запомнили, то, чтобы дети обратили внимание. Тем не менее, родители, наверное, тоже заранее так начинают готовить ребенка и предлагают позвонить Деду Морозу или Снегурочке, поговорить о том, когда они придут. Когда родители вызывают Деда Мороза, все-таки хочется какую-то в классику, в сказку. А в сказке не бывает телефонов. Поэтому, опять же, какие-то небольшие секреты, фокусы. Например, ребенок пишет письмо вместе с мамой, он с ней советуется, потом она говорит, давай, чтобы попало к Деду Морозу, мы его пустим в окно или на ветер, или там сожжем на свечке какой-нибудь. А, естественно, мама рассказывает желание нам, и мы приходим, и ребенок видит, что это чудо, что этого не может быть. На его глазах письмо улетело, и, видимо, оно прилетело к Деду Морозу, значит, чудеса все еще есть. А вам вот так вот дети никакие письма не передавали с пожеланием подарка на следующий год? Передавали и письма, передавали и рисунки. То есть вот они заранее нарисуют, вот мы вас так ждали на самом деле, и мы вот нарисовали вам такие подарки. Себя рисуют, чтобы запомнили. Но все равно дети стараются что-то оставить от себя на память, чтобы каждый ребенок хочет выделиться и показать, что он есть в этом мире. По легкому снежному наступу алмазной глади рек мчится волшебная тройка Деда Мороза. Спешит он к детям с новогодними подарками и поздравлениями. По пути заезжает в крупные города да маленькие деревушки и к концу декабря прибывает в свою московскую усадьбу, где и встречает гостей.
Терем зимнего волшебника полон чудес. Здесь и зал приема гостей с троном, исполняющим заветные желания, и спальня Деда Мороза с волшебным зеркалом, и трапезная, где творец новогодних сказок угощает своих друзей чаем. В тереме живет множество сказочных персонажей, которые оживают на сцене театра во время новогодних представлений и показа любимых мультфильмов. Захватывающие приключения персонажей спектакля в театре Деда Мороза увлекают всех в путешествие по сказочному лесу. Герои, обращаясь в зал за помощью и подсказками, делают зрителей непосредственными участниками сказочного представления. В финале спектакля Дед Мороз, разрушая злые чары, открывает дорогу новогоднему празднику. Каждый год на адрес Деда Мороза приходят тысячи писем со всех уголков нашей страны. Однажды дедушка получил очень необычное письмо без обратного адреса. В конверте лежали 42 копейки и записка. «Дедушка Мороз, когда твои кони устанут, купи себе мотоцикл», – писал маленький мальчик. Но чаще дети сами хотят получить подарок от зимнего волшебника. Раньше-то детям что нужно было? Раньше конфеты им радовались, раньше мандаринам радовались, снега просили. А теперь иногда просят PSP, мобильные телефоны. На что я сказал: а ты хорошо себя вел? Ты родителей слушался? Ну да, один раз не слушался, вот видишь. Но независимо от своего поведения на протяжении года, каждый ребенок получит памятный сувенир от главного волшебника Нового года. В преддверии Нового года начинается горячее время для Деда Мороза и Снегурочки. Сколько вообще заказов в день у вас получается? Чем ближе к Новому году, тем заказов, естественно, больше. Заказы начинаются где-то с 15 числа или и так далее. И бывает такое то, что по 4 или 5 домов мы должны посетить. В Новый год праздник должен достаться каждому. Дети все ждут очень праздника, и поэтому мы стараемся на самом деле успеть в каждый дом, в каждую квартиру, которые пожелали вызвать Дед Мороза и Снегурочку. Но определенной статистики такой, что сколько заказов, такого не бывает, потому что всегда по-разному. Наверняка возникали и такие ситуации, когда новогоднюю ночь приходилось вам встречать у кого-то дома. Кого-то в этот момент вы поздравляете. Да, это было один раз. Был очень большой корпоратив, и там участвовали мои друзья. Поэтому только поэтому я согласился. И именно в сам Новый год я был во всем наряде, с бородой и в шубе. Но поэтому это был незабываемый Новый год для большого количества народу, которое там было. Потому что все-таки редко бывает, когда с Новым годом именно в 12 часов тебя поздравляет сам лично Дед Мороз. Когда мой первый Новый год, который я проводила в ресторане в образе Снегурочки, на самом деле это незабываемое впечатление, потому что ты находишься в кругу, пусть даже незнакомых тебе людей, но каждый человек радуется и загадывает желание. И в тот же самый момент немножко обидно становится, что все стоят с бокалами и встречают Новый год, а ты стоишь вместо того, чтобы с бокалом дома за столом, ты стоишь с микрофоном и поздравляешь всех. И обидно, что не поздравляют Дед Мороза и Снегурочку никогда. А так это на самом деле здорово. Ну, наверное, зато и зарплаты вот в этот период года у вас очень даже неплохие. Примерно сколько можно заработать вот за 2 недели работы Дедом Морозом и Снегурочкой? Да, на самом деле за 2 недели преддверия Нового года можно заработать хорошие деньги. Все зависит от того, насколько сколько людей захотят заказать тех или иных Дед Морозов и Снегурочек. Потому что у каждого человека есть еще и предпочтения личностные. Ну, все зависит на самом деле от времени, насколько его хватит. И ты уже изначально ты рассчитываешь, какое взять количество заказов, судя по тому, по адресам, куда ехать и сколько тебе понадобится времени,
чтобы доехать до определенного места и также поздравить. Галина, вот вы сказали, предпочтения есть у людей. А что это за предпочтения? Что вы под этим подразумеваете? Вот знаете, сталкивались с такой ситуацией, когда люди звонили и говорили, вот нам нужен Дед Мороз именно вот в красных сапогах. То есть есть даже такие предпочтения. Нужна Снегурочка именно со светлыми волосами. Некоторые даже родители детей, которые жили в Европе некоторое время, у них они не так как-то относятся к Деду Морозу, им требуется Санта-Клаус. То есть некоторые требуют просто даже Санта-Клауса. Не только Деда Мороза, но и Санта-Клауса. И приходится выкручиваться из этой ситуации. Либо это уже просто другой Дед Мороз или Снегурочка едет на заказ. Ну, конечно, мы сами выкручиваемся. У нас множество различных коллег. У нас мы можем всегда достать какой-нибудь другой костюм. И не обязательно пожелания бывают какие-то такие мелочные, допустим, вот сапоги или какие-нибудь там волосы другого цвета. Бывают совершенно масштабные предпочтения, например, Дед Мороз, рэпер или рокер, то есть что-то вообще экстраординарное. Но это в основном не для детей, а для взрослых. Им хочется, которым какая-нибудь, как шутка, чтобы к ним такой пришел. Под Новый год все мы верим в чудеса и ждем их с нетерпением. А есть люди, которые решают сами создать и подарить окружающим сказку. Ведь нас много, а Дед Мороз один. И поэтому без помощников ему точно не обойтись. Среди них совсем не сказочные персонажи – байкеры клуба «Ночные волки». Они дарят новогодние представления и детям, и взрослым уже пятый год подряд. Поначалу это всего было воспринято с большим скепсисом. Значит, у моих, так сказать, друзей, моих одноклубников, моих братьев. Прямо реально я прям преодолевал это сопротивление. Мне многие человек посмеивались, говорят, хирург, ты чего, давай мы тут с няньками тут будем. Однако первое же представление развеяло все сомнения. И те, кто вначале не верил, теперь сами выступают в роли Кощея или Снегурочки. Творческий коллектив из нескольких десятков человек объединил байкеров, артистов цирка, актеров и людей совсем посторонних профессий, обнаруживших в себе талант и желание быть на новогодней сцене. Теперь феерическое шоу из года в год идет с потрясающим успехом, и дети, и взрослые, увидев сказку однажды, обязательно приходят еще раз. Больше зрителей, больше надежд, а значит ответственности, и репетиции ведутся без выходных. Обработка трюков и акробатических номеров, подготовка света и декораций. Специально для шоу написана музыка, которая обещает полностью погрузить всех в атмосферу сказки. Дети, когда соприкасаются с такими эффектами и с такой подачей, они, конечно, безусловно, что ли, отдают нам их сердца, и мы чему-то их учим. Мы как бы в каждой сказке у нас какая-то история, причем связанная с нашим прошлым, но где обязательно есть место настоящего. Детский сюжет перекликается с темой летнего байк-шоу в Севастополе. И, как говорит сам хирург, в сказке у них все по-взрослому. Побеждают не Бабу-Ягу, а вселенское зло, которое захватило мир и теперь добралось до России. Снежная королева оказывается статуей свободы, а Кощей стоит перед выбором. Бессмертие – инновационная игла в яйце, которую невозможно сломать. Или остаться верным героем русских сказок, несмотря на то, что персонаж он в них не самый добрый. Если во взрослом варианте, то это, скажем, должна предоставать этому всему, этим планам православная цивилизация. Праздника не будет, если не победить зло. Ведь помимо добра, оно похитило еще главного волшебника года. А какой же праздник без Деда Мороза и Снегурочки? Вот и спасают их в сказке. Вроде по традиции, но совсем не традиционно. Сказка должна достаться всем. И целый ряд представлений авторы проводят в благотворительных целях. Теперь у детей-инвалидов и воспитанников детских домов тоже будет своя сказка. Ну и, конечно, встреча с Дедом Морозом. А он уж, в свою очередь, такими помощниками доволен. И тем, кто дарит людям сказку, он обязательно подарит взамен. Уже другую, но не менее счастливую, которая обязательно произойдет с ними в новом году. Работа все-таки Деда Мороза и Снегурочки временная, ну, 2-3 недели в году. А остальное время года чем вы занимаетесь? У нас много различных образов, различных костюмов. Мы их и сами и создаем, и шьем, делаем различные программы. То есть все не стоит на месте, учитывая, какие сейчас персонажи появляются новые, или старые персонажи возвращаются и становятся опять знаменитыми. У детей дни рождения, различные праздники,
у взрослых вечеринки, поэтому на Новый год Дед Мороз и Снегурочка самые такие востребованные, а все остальное время у нас совершенно другие персонажи. На самом деле приходится работать и другими персонажами, потому что если это целевая аудитория является дети, то чаще всего это всевозможные сказочные персонажи. То есть ты работаешь как актер-аниматор. Это дни рождения, какие-то вечеринки, даже некоторые праздники, окончание школы, допустим, начальной школы детей, либо в садике какой-то намечается выпускной, какой-то тот же праздник, самый, да, в садике. Выпускной. То есть приходится в любом случае менять образ. А для взрослых этот образ, он переходит в более какую-то серьезность, и работаешь в основном в своем обличии, какой-то человек, ты работаешь в основном ведущим на дни рождениях, юбилеях, свадьбах, корпоративных мероприятиях, каких-то фирм. То, в принципе, даже не тяжело как-то менять образ, потому что ты в основном показываешь, какой ты есть на самом деле. Пришло время посмотреть комментарии о востребованности профессии Дед Мороз и Снегурочка на рынке труда. Соотношение резюме и вакансий по позиции Деда Мороза примерно 3 к 1. 29 резюме и 10 открытых вакансий мы нашли у себя на портале. Дед Мороз работает, если можно так выразиться, проектно. И найти себе подработку ближе к новогодним праздникам сможет любой претендент, у которого есть актерские способности и желание исполнять данную роль. Но в данном случае вам следует сыграть другую роль, роль активного соискателя, то есть звонить и предлагать свои услуги. Ну и к тому же актеры, как народ творческий, они часто ищут работу по своим каналам, так что, я думаю, вопросов с предновогодним трудоустройством в данном случае не возникнет. В преддверии Нового года что бы вы пожелали зрителям телеканала «Просвещение»? Я желаю и взрослым, и детям в этом новом году счастья, здоровья и исполнения всех самых заветных желаний. А я хочу пожелать море улыбок, веселья каждому зрителю телеканала. С Новым годом! Дед Мороз, как известно, исполняет желания. А что бы вы сами загадали, если бы к вам пришел Дед Мороз и Снегурочка? Я вообще не москвич, я из небольшого города Дубна, Московской области. И там живет моя мама и бабушка, поэтому они все время переживают за меня. Поэтому, если бы ко мне пришел Дед Мороз, я бы загадал, чтобы они не переживали, чтобы у них все было хорошо, пока я не с ними. А я бы хотела просто такое бескорыстное желание, просто пожелать каждому человеку в этом мире удачи, счастья, везения, чтобы каждый улыбался каждый день, несмотря на все невзгоды. К сожалению, я не Дед Мороз и Снегурочка, но от всей души желаю, чтобы ваши желания осуществились. Спасибо. Спасибо вам за интересный рассказ, спасибо вам, что пришли. И с Новым годом! И вас также. С Новым годом! И все-таки Дед Мороз – это профессия. Но в новогоднюю ночь всем хочется верить, что случится чудо, и сказка войдет в твою жизнь. Это была программа «Профессия». С Новым годом!